невозможно не снять. Такие как дикие кусты, но все цветущие, сирень. Тут что, Сочи, у нас заборушка. А, тоже будут строить уже, видите. Все уже, тоже здесь. Все свободные места будут застроены. А то, видите, между домами какие кустарники. Что, Сочуль, нюхаешь? Колокольчики. Снова цветут. Уже цвели один раз. Красиво. Уже мы сегодня после прогулки будем плавать. После операции уже нам разрешили плавать. Ну, плыви подольше. Да. Ну вот, все у нас вернулось на круги свои. Думала, она у меня спит. Совсем забыла, что она осталась на улице. Полчаса, наверное, видите? Глянула, она пыхтит, стоит у дверей. Ну, нормально, собака бы гавкнула. Сочи, надо же какой-то звук подавать. Воду дала, она один раз только лыкнула и все. Клыкнула. Я прямо испугалась. Обычно спит же. Пошла ее искать, спит. Смотрю, нету за кроватью. Я вдруг вспоминаю, что она на улице. Заглядываю, она стоит. А на улице это вообще жара какая. Мама, забыла тебя. Ах, она мама какая плохая. Мама, забыла. Я уже оделась. У подруги ритуал перед прогулкой. Пошли, пошли гулять. Пошли, мы смелые девчонки с тобой, пошли. Иди, иди сюда. Пойдем гулять скорее, не хочет поводок одевать. Ну, умеешь гавкать-то? А чего, когда на улице мама тебя оставила, ты как дурочка? Ну вот что там у нас? Вот что-то ей в зубике, видите, мешает. Операцию отложили пока. Из-за операции на животе. Чистить надо зубки. Гулять пойдешь? Ну давай, давай, давай. Ну вот, я держу поводок. Иди сюда. Иди скорее. Видите? Вот переводите, что она говорит. Собачники. Переводите. Что такое? Сочи говорит. Это что? Не хочешь на жару? А мы потом купаться пойдем? Иди скорее. Иди скорее. Купаться пойдем. Давай. Купаться. Эй. Давай-ка, скорее. Вот, молодец. Обрызнула мама. Ну. Иди еще купаться. Что ты, один заплыв и все. О, не успела промокнуть. И откуда ты знаешь, что он приехал? Мы еще купались, она уже домой запросилась, услышала. Но я теперь вижу там светло под дверью. Кто приехал? Ждет же. А маму так не ждешь уже. Раньше-то ждала, и маму так. Кого ты ждешь? Ждет же. Ой, ждет. Ой, 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 ой. Ждет же. Ой, ой. Кто приехал? Вот, you have new one. О, new? Uh-huh. What this? Oh, bag. Masak? Uh-huh. What you gonna do with them? We cannot use and work. We have to use medical. You don't need the rats, but you can throw them away. Oh, people don't need anymore. They are in the garbage can. Garbage? And... Выбросили мусорку. Думают, все уже прошло. Нифига не прошло. Ой, ой, ой. Come on. How she hear you coming? I said come here.
You want a punch in the nose? Oh, daddy all day work. Yep. Целый день работал. Все хотят в воскресенье работу. So did my wife make me for dinner? What you ask? Husband work all day, wife no, stay at you, home. You ask, she yeah? She make no dinner. Why I don't make? There's supposed to be a hot cooked meal on the yeah. table ready for me, my slippers and cigars. Slippers? That's a thing from the 50s. Ah, from 50s? Yeah. Man would come home, wife would have a cigar in the tray это for 50-е him, годы. A glass of bourbon, his slippers to put on тапочки. While she was finishing up dinner. Это как в 50-х. Он знал, что сейчас уже... That'd be considered a discrimination now. Oh. Because it was a woman cooking for her husband. Сейчас это уже дискриминация, если женщина для мужа. Жена. Ой, что такое? Не хочет. Did you have to bury it back there? There you go. Суп. Cream of asparagus or what? No. What name? Rusty clam chowder. Oh, clam chowder. Сколько сухарики наворачивает. Данилка что-то... This is now? Fresh? А? Fresh? Нашел новости про Россию что-то там. Russian fire. Это сегодня. Финляндия, Финланд. Ой. These are truly extraordinary scenes. Russian warships firing directly at US and British forces from oh. NATO. What now would represent a state of war? What? They're shooting at US ships. US? Yeah. Russian? They're saying they're Russian ships shooting at US ships. The escalating crisis. Oh, корабль. That's not good. You might want to turn on the radio. Американский. We don't have radio. Right now? Yeah, this was recorded an hour ago. And I wasn't listening to the radio on the way home. I was listening to my podcast. Час назад произошло. Еще нам и войны не хватало. Игры начались у нас. Покушала ребеночек мой. А Данилка там политику смотрит. И мы тут. И мы показываем, как мы играем. Да? Ой. Yeah, this is recent. They're the U.S. ambassador. Что-то произошло. This is U.S. Secretary of Defense Ashton Carter just arriving at NATO headquarters in Brussels. Why the not good the sea? Quality, why? This is BBC. Well, I have no idea. BBC. Something major is underway here in Europe as NATO plans its response. Coming another arrival. The security here is. Хвостик оторвешь. Охота тебе оторвать хвостик. Baltic and Nordic Region. Что-то опять. Ой, все посъехали с НАТО. Вот they all together now. These are the heads of NATO. We'll come back to NATO headquarters in Brussels. We expect the British Secretary of Defense to arrive there shortly. But for the moment, let's go back to Kate Miller to see what the latest developments are. Kate. Thanks, John. And in a further dramatic yeah. development in the growing international crisis, Russian troops have crossed the border into Estonia and Latvia. International observers have reported a significant incursion involving an estimated 75,000 Russian troops and a number of tank divisions and missile regiments. Isn't junk this now or yesterday looking some 1950? This is it? Let's see how it, this is a one that was made like 5 years ago. 5 лет назад. Я вчера вспомнила. Yeah, вчера я вспомнила, что он смотрел. Думаю, что это качество такое плохое. А потом вспомнила, что он смотрел что-то это как реальные войны. Какая-то передача была. So this is video of Afghanistan. Afghanistan? Yeah, when Russia invaded Afghanistan. Когда война с Афганистаном.
When the helicopters first started flying in, you seen that big tower to the side? Ага. That's a Muslim prayer tower. Шутник, а? Вот шутник-то. А я думаю, что-то качество такое плохое. Это у него нашел какую-то программу, он старое видео. Сочи, перестань хвостик дергать. How realistic is though? Yeah, yeah. Only the quality not right. I thought why the... They want you to think the quality is poor. Dizzy. So it makes it look like handmade videos. You know, military correspondents... Специально, говорит, качество плохое. Вроде как кто-то делал это. Непрофессионально. Вот такие у них видео были. Как будто реально начинается что-то. Что ты там достала из хвостика? They say discount gonna be February. Yeah, well, she's in pain. I'm not waiting till February. Теперь она уже зубы не болит. Her tooth ain't that bad. She's ripping that tail apart. Touchy. Если бы зубы болели, смотрите, остановиться не может. У нее прям такой азарт. Оп. Stop. Замерла. And look at her look at you like, yeah, daddy, I can do it. Да, я ничего не делаю. I'm talking to her. Do you mind? Я ведь ничего не делаю. What are you doing? You have fuzz hanging off your chin, Sochi. Ой, Данилка, ну опять разыграл меня. You again make me Daryl. Я пришла, такая смотрю, думаю, ой, что случилось? А ну качество-то, думаю, что такое мутное. Мутно все. Специально, говорит, так. Кто там прячется за маму? А? Кто за маму прячется? Кто там прячет хвостик? Хвостик маленький. Ох, обманул опять папа нас, да? Обманул. Ну все, уже готово, Сочи, готово. Пикалка вылетела. Вылетела пикалка. Все. Сейчас будем кидать ее. Пуп. Давай. Где пикалка? Оп! Вот так она их достает, пикалки эти. Данилу нравится вот эту фигню смотреть. Разыграл, разыграл мамку. Ты что туда кинула? Неси пикалку. Сочи, неси пикалку. Где пикалка? Где? Давай. Иди неси, Дарри. Are you mean? А? What does are you in Russian mean? Are you? Yeah. Where? It's shaped like an R and shaped like a U. I don't know. A person responded to me, it's writing are you, space, oh, I don't know. What good are you then? It's false, Daniel, not true. No, I'm talking about today in your YouTube shit. Oh, my YouTube. Are you? Are you? Yeah. Nick. Are you? What did they say? Про YouTube. This is Nick, name. Nickname? Yeah. Ru-ru. Yeah. It was ru-ru-ru. Ru-ru. Ответила ему на комментарий таком. Кто-то. Ru-ru-ru mean? Ru-ru nothing, it's nickname. Person pick up. She lives in Florida somewhere. She lives in Canada. No, Canada leave the Canada on top the Canada say. But Ruru live in Florida. Ты посмотри. That wasn't her name, that's what she typed to me. А, type to you, Canada. She made a comment to me saying Ru. Okay, look at it. It was the same woman that said that it's just woman's talk. Ah, okay. I typed back LOL. Oh, you say LOL. To me, ru 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 ru.
Okay, I'll look at it. А, не нравится ей плоская печененька. But gonna be later pain from sweet. Yeah, okay, sure. Well, then you know what you do? You get your little finger toothbrush out and you brush your teeth. Как маленький ребенок вот. Говорю, не давай сладкое. Дал. Потеряла она пикалку. Посмотрите, как на маму ругаться. Вот, вот и посмотрите, голос появился у ней. Мама должна искать тебе пикалку. Ищи сама. Где пикалка? Где пикалка? На меня, видите? Командует, чтоб я ей доставала. На меня наезжает. Ну, это старое. No, this is old. Yeah, her squeaky one on the couch. Where? Что Данил не видит? Док заставляет меня лазить. Док. Ну, на мячик, например. Довольно. Ну все. You see? She happy. You get your squeaky ball. Oh. Данилка спать пошел. Вот, Любочка, смотри, из пластиковой бутылочки я сделала вазочку. Видишь, как хорошо букетик у меня пристроен. Везде надо маленько включать мозги. Вот тебе и вазочка. Да.